Всем привет, дорогие друзья, с вами Егор Монахов, вы смотрите видео на канале AndroidInsider.ru. Чуть менее года назад мы делали обзор чудо-юдо Google очков, и вот к нам добралась вторая итерация Google Glass. Что ж, давайте смотреть, над чем Google работали почти целый год. Основное внимание в этом видео мы постараемся уделить именно отличиям от предыдущей версии очков. Стоит отметить, что с момента последнего нашего знакомства с умными очками от Google мало что изменилось. Google Glass 2.0 по-прежнему устройство не для всех, а скорее тестовый стенд для разработчиков или платформа для создания и обкатки софта. Вторая итерация Glass перетерпела немногочисленные внешние изменения и немного внутренних. Внешне вторую версию очков от первой можно отличить разве что по наушнику, торчащему из уха пользователя. Решение добавить в комплект поставки Google Glass 2 дополнительный наушник было обусловлено тем, что динамик, который передает звук через кость, многие пользователи плохо слышали, либо же жаловались на банальный дискомфорт. При таком раскладе реализовать нормальную работу Glass в качестве hands-free было практически невозможно. Хотя и костный динамик тоже остался. Теперь же, подключив наушник к очкам, их можно вполне комфортно использовать в качестве Bluetooth-гарнитуры. Правда, стоит отметить, что с наушником в ухе экстерьер Google Glass несколько пострадал. Смотрится вся эта конструкция как минимум странно, но работает вполне сносно. Кстати, во время звонка номер звонящего отображается на дисплее очков, и коснувшись дужки, вы сможете принять входящий звонок. Кроме этого, из меню Glass можно и совершить звонок, либо устроить видеовстречу через Hangouts. В общем-то, внешне первые Google Glass от вторых практически неотличимы. Более заметные изменения пользователи ждут именно в интерфейсе. Первое, на что обращаешь внимание, это то, что они стали гораздо отзывчивее. Повысить производительность удалось за счет обновленного процессора OMAP 4430. Правда, прирост совсем небольшой, он составляет всего 10%, но интерфейс стал заметно быстрее прокручиваться. Кроме этого, очки стали немного умнее, если так можно выразиться. Теперь глаз гораздо точнее определяет, когда пользователь снимает их с головы и переходит в режим экономии энергии. Также инженеры Google улучшили реакцию очков на подмигивание. Теперь очки могут реагировать на подмигивание, даже находясь в спящем режиме. С помощью этого телодвижения можно незаметно сделать фото. Данное подмигивание очки очень точно отличают от моргания глаз. За время тестирования очки ни разу не ошиблись и не делали случайных фотографий. Из софтовых новшеств также хотелось бы отметить наличие некого подобия магазина приложений. Теперь в глаз можно устанавливать дополнительный софт. Список софта не такой уж и большой, но несколько полезных дополнений к глаз мне все же удалось отыскать. Так, например, порадовали такие дополнения, как Google Play Music, Twitter, YouTube и Facebook. В общем-то, в плане дополнительного софта новые очки от Google шагнули сильно вперед, и эта стратегия развития мне лично кажется очень правильной. Думаю, к моменту финального релиза Google Glass обрастет дополнительным софтом и будет способна предложить простому пользователю большое количество разнообразных способов использования. Ну а пока Google Glass 2 все еще остается устройством для разработчиков. На этом у нас все, с вами был Егор, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки под этим видео, заходите на сайт AndroidInsider.ru, до встречи!